Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас выполним задание номер 50. Требуется вычислить примеры. Под буквой А. 1 восьмая плюс 3 восьмых. При сложении двух дробей с одинаковыми знаменателями мы складываем только числитель, а знаменатель остается прежним. 1 плюс 3 будет 4. 4 восьмых. Можно сократить на 4. 4 делим на 4 – 1, 8 на 4 – 2, 1 вторая. Пример под буквой «Б». 8 пятнадцатых минус 2 пятнадцатых. Знаменатели также одинаковые, поэтому вычитаем числители. 8 минус 2 – 6. Знаменатель 15 – такой же. Можно сократить на 3. 6 делю на 3 – будет 2, 15 на 3 – 5. Получили 2 пятых. «В». 6,9 плюс 5,8. При сложении смешанных чисел целая часть складывается с целой частью, дробная с дробной. 6 плюс 5 получаем 11 целых. 9,17 плюс 8,17. Числители складываем, 17 знаменатель остается прежним. Что мы видим? Получилось неправильная дробь 17 семнадцатых. Она равна 1 целой. Значит, к 11 целым мы добавляем еще одну целую часть. Будет 12. Г. 2,16 минус 2,13. Также вычитаем целая часть минус целая часть. 2 минус 2 будет 0. В обыкновенных дробях 0 целых не пишем. 16,21 минус 13,21. Вычисляем числители. 16 минус 13 – 3. Знаменатель такой же – 21. Можно сократить на 3. 3 делю на 3 будет 1. 21 делю на 3 будет 7. Получился ответ 1/7. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!